Всем доброго времени суток. Сегодня у меня пробная попытка переночевать зимой при минус 16 в землянке. Вот, видите, минус 16 у нас показывает термометр. Вот. Землянка выстужена. И попытаюсь ее прогреть, чтобы можно было переночевать. Переделал печку. Сейчас мы посмотрим. Так. Вот. Сделал вот такую вот печурку. Жестяной короб какой-то. И вот дверцу вот такую вот. Вот. Переднюю часть сделал. И забабахал сюда. Вот щели. Асбестовым шнуром заделал. Ну, попробуем, как оно будет. Вот, и вот тут два отвода на 50. И вот такой у меня как вот искрогаситель получается. Потому что травы наверху сухой много. И чтобы вот не загорелось, приходится вот такие вот колена выделывать. Ну что ж, попробуем запустить ее. Так. Разгорается. Я думал, пока холодная будет дымить. Все-таки. Дым валит, почему-то все равно тяги нету наверх. Ладненько, разберемся. Ну-ка, прижмем. Меньше будет дыма. Так. Вот тут вот замазал. Просто зола, развел ее и вокруг трубы замазал. Поэтому всю золу собираю отдельно, уголь тоже отдельно просеиваю. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Прогреется землянка или нет. Ну, пока у нас там печка раскочегаривается, что времени не будет. Берем снега, растопим. Водичка нужна будет. У нас тоже такое потепление было. У нас образовался жесткий. Дела утрамбуем. Так. Чайничек тоже. Вот так вот. Водички на чаек надо сделать. Холодненько, однако. Так вот.
печечка у нас там топится. Вот видите, полно травы сухой на холме. Так, мыльня у нас всю тут порушила. Пришлось ветку отпиливать, потому что все вот это было на крыше землянки и на будущей бане. Очень много деревьев рядом тоже повалило. Ой, время 2 часа дня. Уже печечка у нас 2 часа как топится. Температурка у нас плюс 5. Ну, учитывая то, что топилась постоянно при открытых дверях, чтобы дым выходил, это вполне приемлемо. И время пришло пообедать. На обед у нас сегодня вот такие вот супчик будет с морем, морским гребешком. Такая вот штука, ну что-то маленькая какая-то. Будем заваривать две. Вот такой вот кубик. Морская капуста. Ну и гребешок там, наверное. Водичка у нас давно уже растопилась. Вскипела. Прокипела. И запариваем. Ух, не видать даже, сколько там надо залить. Вот так вот. Пол кружечки зальем. Вот, и поставим на печечку. Пусть немножко поварится, заварится. Вот так вот. Подождем 5 минут, пока заварится у нас все это дело. Итак, 5 минут у нас прошло. Посмотрим, что у нас там. О! Вот такое вот. И не видно ничего. Варево. Да. Все парит. Так, ну на вид вроде бы вполне даже ничего. Паром заволокло. Ну что, распечатаем булочку с вилочкой. Так, что у нас тут? Вполне, вполне даже очень даже приемлемо. Умеют же делать, а? Так что, если что, рекомендую такой быстренький перекус, запарить супчик с морским гребешком. Вполне приемлемо. А тут капусты больше, если честно. Но горячо. Хлебушка надо отрезать. Так вот.
в меру остренький. Но хорош, хорош супчик. Так что, если кто-то принимает пищу в данный момент, приятного аппетита. Но для густоты, наверное, можно было бы какой-нибудь бомж-пакет туда, за бубеней. Или пюрешку быстрого приготовления, чтобы погуще был супец. Но вполне приемлемо. В меру остренький. Для того, чтобы комфортно переночевать, нужно что? Тепло. А для тепла нужны дрова. Вот мы их сейчас будем заготавливать. Камера. Да что ты, падаешь? Как вы видите, у полотна зубья закаленные. Но разводки нет, поэтому иногда ее закусывает на больших диаметрах бревен. Береза, береза хорошо. Так, с камерой вместе не отпилить. Это полено. Так, выключу пока. Так, с этой стороны снимем. Thank you.
большую березу стилит нормально. А вот дуб. С дубом будет проблема для этой пилы. Вот полосно. Да. Зажимает, закусывает. Пляшет все. Закусывает полотно. Видите? Все. И не идет. Это разводки. Нету разводки по нормальному дереву. Уже не хочет он. Вот так вот. Будем пилить. Вот такое вот полотно. Дешевое. Порядка 50 рублей стоит. Но я его могу порекомендовать только для сада, сучья пилить. Но для леса, для походов такое полотно не пойдет. Хотя вот и закалка, вот видите, да? Они закаленные зубья, все. Но дело в том, что без разводки более 10 там, сантиметров закусывает, то есть пилит на ширину полотна и дальше закусывает его. Все, не идет оно. То есть приходится прилагать много усилий, чтобы перепилить. Вот, если кто-то знает, где взять получше, рекомендуйте. Вот и стемнело, пора готовить ужин. Сегодня у нас будут пельмешки. Вот там еще и фрикадельки.
включить. Как-то так. Елочка выглядит. Вот, будем готовить кушать. Печка работает, но не скажу, чтобы было тепло. Температура, конечно, плюсовая. Плюс 7. Вот. Это капель началась. То, что на потолке там скопился лед, снег. Он весь теперь вот капает на пол. Но есть и приятные новости. Сварились пельмешки. И теперь мы еще кофейку со сливками заваривали и будем ужинать. Ну, вот пельмешки у нас сварились. И можно приступить к ужину. Заодно. Кофейку заварить со сливками. Добавить. Ну, все. Будем приступать. Порог идет. Да, температура плюсовая, но не жарко. Ну что ж, всем приятного аппетита. Мы пока принимаем пищу, ну, заодно послушаем какую-нибудь аудиокнигу. Так, ну вот, пытаемся все заткнуть. Дверь вот так вот заделали тканью. Стало меньше дуть оттуда. Печка работает. Кино смотрим. И тут сейчас заделаем. Вот. Возьмем, распустим мешок строительный. И заделаем тут. Чтоб капель нам спальный мешок не намочила. Ну и на лицо тоже. Не очень приятно, когда капает. Видите. Немножко тут оттаяло все. И капает, чтобы сырость сплошная. И найдем новую радиостанцию, это конец. И, видимо, найдем новую радиостанцию. Бельгийские сайты не обновлялись последние 2 часа. Везде то же самое. Мы уже давно в парке, постараемся отдохнуть.
Распустим без крышек. Я сообщу, когда будем подлетать. Сделаем изоляцию. Она вроде не подсыхает. Все. Ну, по опыту знаю, что этот конденсат будет еще долго капать. Хороший человек, капитан. Уверяю, Фредди сожалеет об этом больше всех. Понимаю. Он хотел защитить пассажиров. Не могу это. Вот. Привет. Лора в шоке, попросила меня сменить тебе повязку. Я помогал готовить тело моего отца. Мне было 21. Его застрелили в спину. Он не проронил ни слезинки. Итак, 12 часов ночи. Температура у нас 12 градусов плюс. И вот ложимся спать. Всем спокойной ночи. Утром надеюсь проснуться. Всем доброе утро. Ой, время 7:40. Опа. И сейчас глянем, что у нас там с температуркой. Вот, в принципе, спать было достаточно комфортно. Ух, ой. Так. Температура у нас где-то 6-7 градусов. Получается, я дрова забрасывал последний раз в 2 часа ночи. По одному градусу в час падает температура. Несмотря на то, что на улице, кажется, очень сильный ветер поднялся. МЧС, в принципе, передавали, что будет какой-то циклончик, тайфунчик. Ух, печечка горячая еще. Вполне, вполне. Чайничек теплый. Ну что ж, итак, какие выводы можем сделать по ночевке зимой в землянке? Все хорошо, но лучше не ночевать пока. Печка, печка, проблема в ней вся. Дымит. Сейчас приду домой, надо будет все стирать, потому что вся одежда просто прокоптилась. Просто весь закопченный. Проблема только в этом. Снежок пошел. Ветерок. Красота. Пора выдвигаться домой. Прелесть.